Всем привет, чуваки! С вами я, МША, и это вторая часть Муззадрота. Я достал свой старенький магнитофончик Panasonic, и сегодня я вам покажу, что я приобрел еще летом себе в коллекцию. Ну, слушал я это в детстве или нет, знаю ли эту песню, альбом, группу или нет. В общем, давайте не будем тянуть кота за яйца. И да, если не будет видно вам, то есть во время, как говорится, моего, грубо говоря, онлайн-показа, то я обязательно сделаю здесь скрин или фотографию, приложу того, что я показываю. Ну, давайте. Итак, первый у нас это альбом Desperado, the soundtrack. Короче, это саундтрек к фильму «Отчаянный» с Антонио Бандерасом. И там есть знаменитая песня, которую я просто не могу включить. Ну и, как вы заметили, это все технические возможности моего магнитофона. Как вы заметили, на фоне у меня камин, поэтому давайте слушать. Аналоговый звук, но самое крутое — это начало, какой сольняк в начале. Так, сейчас мотнем. Ждем, стареем, ждем. Ладно, перемотаем. Еще раз. Да твою мать! Стоп, вот тут. О, сейчас здесь будет. И раз, два. Кстати, фильм крутой. Итак, двинем дальше. Дальше у нас идет группа и падает все это ко мне на грудак. Идет группа и Tape с альбомом, по-моему, The Explorer. Я надеюсь, я не перепутал это с Blink 182. Да, это и тайп. Кстати, ее я в детстве с братом тоже слушал, поэтому я знаю, что это за группа, я знаю, что это за чувак. И этот чувак выглядит, кстати, вот так. Ну, если не видно, вот здесь скрин. Да. Так, идем далее. Пока уберем сторонку. Так, не знаю, смотрел ли кто-то из подписчиков этот сериал. Я смотрел, поэтому знаю, что это за кассета, что это за саундтрек. Это Lost in Space. Последняя галактика или последний в галактике. Ну, в общем, крутой сериал был. Саундтрек. Похож саундтрек на какую-то невидимую хрень, как будто сейчас будешь смотреть фильм ужасов. Но нет, это космическая эпопея. Так, давайте, ладно. Обожаемая мною до сих пор, тащусь, млею, собственно говоря, это Металлика. Да, Кирк Хэммет, Джеймс Хэтфилд, Ларс Лурих и Роберт Трухильо. И знаменитая песня «Nothing Else Matters». Пленка поношена, кровь из ушей, но я горд, что у меня есть эти ребята не только на MP3-диске, не только ВКонтакте, но теперь и на кассете аналогового звучания. Дальше идем. Дальше это не менее потрясающая группа, особенно для моего старшего брата, It's Aqua. И их знаменитая песня «Barbie Girl». По-моему, она здесь есть. Можно сказать, что это полный комплект. Я не знаю, поставлялось ли это вместе с кассетой, либо это кто-то щедро распечатал. Скорее всего, щедро распечатал. Это текст песни «My Oh My». «My Oh My». Perfect English. Короче, мой английский хромает, зато чувство юмора огонь. Так, это не то. My, oh my, наверное.
кстати, это не она. Где ж Барбер Гёрл-то наша? Наверное, вот здесь вот должна быть. Наверное. Майо май. Во! Ага. Господи, это Аква. Их можно слушать вечно. Так. Это у нас осталось две стопочки, шесть кассет. И давайте, наверное, начнем с потрясающей, неповторимой исполнительницы, которую я слышал тогда, в детстве, а потом уже в юношестве, сейчас в взрослой жизни, как будто я старик. Она у меня есть ВКонтакте, она у меня есть тоже MP3-альбом, и теперь это есть в качестве такой аудиокассеты, это Roxette и ее альбом Look Sharp. Давайте найдем ее знаменитую песню и послушаем. Вы не о том подумали, извращенцы. Вот так я кривляюсь на камеру. Так, далее. Далее это Eminem. Его альбом был Slim Shady. Зовите меня Slim Shady. My name is Slim Shady. First word I've learned up in third grade, flipping the gym seat to the bird. So read up about how I used to get beat up, pee on me on free lunch and change school every 3 months. My life's like kind of what my wife's like. Fucked up after I beat her fucking ass every night. I so how much easier would life be if 19 million motherfuckers grew to be just like me? А на тот ли ты Райан зашел, сынок? Так, далее. Давайте, у меня осталось три потрясающих кассеты и одна хрень. Просто вот решил взять, потому что, ну, блин, в детстве слышал. И что было еще тогда слушать, особо выбора не было, поскольку денег у меня не было, я был мелкий, и хотел слушать то, что слушал мой брат. Это отпетые мошенники. С песней всяко разно. Вот, кстати, только ее я помню. Мрак. Ну да, это отпетые. Итак, осталось три, скажем так, кассеты. Две — это моя любимая группа, и одна — это сольный исполнитель. Давайте, наверное, начнем с него. Доктор Албан. Альбом... Кстати, не написано, что это за альбом, скорее всего... А, это просто сборник. Ну да ладно. One Love, здесь альбом, и Hello, Africa. Кстати, здесь должна быть его знаменитая песня It's My Life, которая у нас почему-то перепелась и называлась как Стоп, холодильник, стоп. It's my life. Да, это доктор Албан. Хотя обложка, если что, выглядит, ну, совсем никак. Поэтому... Ну, альбомы потрясающие. Так. Давайте начнем с них. Blink 182. Эх. А юношество. Скейтинг. Блейзер. Чего только не было. Да. Кровь из ушей. Вот такая вот тёлочка на обложечке, медсестра. Р-р-р. Ну и теперь на сладкое
Все заметили, да, что камин виснет? Это думали настоящий? Сейчас! На телеке. Так у меня деньги настоящие. Так, это моя любимая анимационная, потрясающая группа. Пацаны, вообще ребята. Гориллаз. И мои любимые две песни из этого альбома. Альбом, кстати, Клинт Иствуд. Это Клинт Иствуд, собственно говоря, и 19.00, я так называю. Так, это не она. We go get cool, get cool, shusha. Get cool, get cool, shusha. Да. Собственно, это Gorillaz. А вот это вот все, то, что я тут показал, это моя жизнь. Вторая ее часть. Не знаю, будет ли третья. Я ничего больше не покупал. Там посмотрим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайки. Давайте доберем до Нового года 300 человек. Осталось всего ничего. С вами был МШ. Пока.